Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. И сразу же отправляемся на тренировку. Квест завершен, смотритель. Так, забрали. В магазине. Так, бесплатно, что у нас тут? Ага, терракошу нам подсунули, бесплатно. А на арене. Так, 15 карточек на бродягу. И плюс, оу, 25 на Санту. Санту, ребят, надо, конечно, прокачивать. Его так долго и нудно прокачивать, потому что очень, ребята, редко выпадают вообще на него карточки, если честно. Очень редко. Так, ну что, поехали. Фига там отрядик, ты видел какой? Ё-моё. Смех да грех. Там вообще. Ладно, ребята, фехтовальщика, я думаю, достаточно. Блин, такой нищеброд бежит. На-на. Ещё даже сделать не успел. Даже пикнуть не успел. Все, ребят. Я бы хотел посмотреть, сколько Ронин нанес бы мне урона, если бы выбежал в истерике. Из далекого далека. Все или ничего? Да нет. Ничего мне от вас не надо. Так, подожди секундочку. Я забыл на тренировку отправить отряд. Наш супер мощный. Тут главное не ошибиться. Все. Так, ребята, давайте-ка глянем, что у нас на ежедневном испытании. Пряничный домик. Кстати, пряничный домик, насколько я помню, он у меня не прокачан. Так, подожди, а пряничный домик, это к чему относится-то? Не понял юмора. Че, пряничный домик, он должен быть... За нежить, по-моему. Да, ребята, пряничный домик за нежить у нас. Тогда пошли, пошли, конечно же. Он нам, ну, ой, просто ты нифига там. Так, хорошо. Возьмем Ронина. Сделаем так. Баллиста, наверное, нам не понадобится здесь, скорее всего. Возьму тоже ведьму. Так, у него тыквоголовый, я тогда возьму баллисту. И нам нужен. Давай так сделаем. А, плюс замок. А замок у меня будет. Не этот. Вот этот вот. Все. Да, в принципе, я готов. А пряничный домик, что он делает? Какая у него ульта? Я лично не помню. Да, это и не важно. Ну что, давай выпуск. Не, подожди-ка. Пока он никого не вызывает, тогда и мы подождем. Я боюсь, он призовет сейчас ведьму. Нет. Интересно, я успею накопить? Давай попробуем успеть накопить с собой на ведьму. Ух! Сейчас пойдет душа в рай. Может, хорош тут уже, а? Буянит-то, паршивец. Разошелся, я смотрю тут. Не на шутку. Так, выпускаем баллисту. Все, ребят. Раскрошили мы их. Я даже не сомневался, что победа здесь будет за нами. Так, 23 карточки на пряничный домик. Соответственно, у нас есть еще две попытки, поэтому поехали. Так, возьмем замок. Возьму Ронина. Так, так. Хотя ниндзя здесь, я смотрю, что-то не особо хорошо, конечно, нам помогает. Ну, наверное, из-за того, что она слишком слабая или слишком сильные противники здесь. Поехали. Поехали. Знаешь, что я вспомнил? Я думаю, какую давно я не играл игру у себя на канале. И тут вспомнил. Растение против зомби. Вторая часть. Вот какую мы давно не играли с тобой игру. Так, давай-ка я, наверное, попробую опять же. Он сейчас вызовет зомби с надгробием, а мы сразу с тобой вызовем нашу ведьму. И, в принципе, по старой схеме будем выигрывать. Так. Не понял.
Оу! Да ты серьезно, что ли? На! Давай, 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 баллиста, вали, 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 вали. Е! Старая карга оказалась беспомощна против моей баллисты. И прекрасно. Да, мы победили здесь. Ну что же, последний, третий, заключительный этап. Так, 13 карточек мы получили с тобой на пряничный домик. И последний у нас поединок. Может быть, нам не брать все-таки ниндзю? Что-то как-то от нее толку здесь вообще практически нет. А если заменить, то на кого? На кого можно заменить ниндзю? На чумную? Можно на чумную? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Пускай у нас будет с тобой молотильщик. Так, ну что, по старой схеме. Все, ребятушки, 500 этих вызываем. Нашу ведьму. Что-то тут какой-то у него слишком мощный зомби с надгробием. Что-то он отнимает так много хп у моей ведьмы. Прям нереально много. Вот объясни мне, с какого перепуга здесь появляется сразу же колобок возле меня? Я никак не могу вот этого понять. Давай, 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 бомбашим. Е-е-е. Вот и все, ребят. Вот и все. Я одного не понял, откуда брался колобок, когда мы только начали, когда зомби с надгробием шел, появляется колобок сразу возле моей ведьмы. Откуда он взялся? Вот этого я не понял. Хм. Так, ну что, мы с тобой прошли это событие. Так, здесь забираем награду. И поехали. Так, сколько нам тут проходить еще? Ух, дофигище. Так, здесь у нас лорд пустоты. Лорд пустоты, ё-моё, здесь же... Я вспомнил эту команду. Так, я уже что-то, честно говоря, и запамятовал, как здесь надо действовать-то. Поспешил я, да? Отлично. Все, друзья мои, по-моему, так вот и должно было быть. Корни. Давай, 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 ниндзя. Не давай, как говорится, им слабины. Ой! Ну! Я и забыл, что здесь лорд пустоты. Что здесь босс, что это последний этап. Обычно мы с тобой берем наш супер-пупер отряд. Да, сейчас бы мне это бы боком вышло. Но, слава богу, мы выиграли. Отлично просто, великолепно. Так, забираем сундук захватчиков. Из него нам выпадают вот такие вот карты. Ах, территория нежити. Друзья, чумнуха плюс голем. Так, чумнуха плюс голем, да? В принципе, вот этот отряд должен быть норм. Против чумнухи обычно я выпускаю ниндзю. Но против голема тут, конечно, вряд ли что-то особое можно сделать. Единственное, что можно вызвать терракошу. А уже вслед за терракошей выпускать ниндзю. И самурая.
Так, выпускаем корни. А почему корни-то здесь выпустили? Я не понял юмора. Сфига ли, корни-то выпустили здесь. Враг был там. Мне вот этого было непонятно. Давай, 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 кромсаем, кромсаем замок вражеский. Изикатка. Отлично. Так, ну а мы едем с тобой на второй этап. На втором этапе, блин, призрак этот, ё-моё. Призрак это плохо. Да, это, ребята, очень плохо. Что же делать-то, а? У него чумнуха. Ну, давай. Давай этот этап возьмем. Ой, этап. Этот отряд. Тут Палыч. В принципе, призрак этот не так его быстро будет уничтожать, а он против чумнухи нормально пойдет. Да он даже практически призрак этот даже не наносит практически урона, ребят. Практически не наносит урона. Давай еще одного паладина. Ускорение. Замечательно. Ну, тут я, наверное, думаю, что, ребят, безоговорочная победа здесь за нами. Смотри, что происходит. Просто начинаем кромсать замок. Кого бы он сейчас тут не выпускал бы. Да, еще два паладина, они щиты вешают на наших бойцов. Так что, четенько. Этот призрак, который летал, он бы ничего здесь не сделал бы. Так, вот здесь вот служитель тьмы. Служитель тьмы. А если я возьму вот этот отряд, а? Как думаешь, будет эффектус? Эффектус. Такая гора. Прикольная. Не знаю. Джиггернаут. И плюс. И плюс баллиста. Как бы должна быть ядреная смесь на самом деле. Сейчас мы ее протестим. Потому что, ну, вряд ли он откажется от чумнухи. Ой-ой-ой-ой, забыл. Блин, надо его в клетку брать. Е, старая карга сдохла. Замечательно. Так, продвигаемся дальше. Ну, сейчас мой фехтовальщик будет наказывать. Когда он в ярости, он бомбит, будь здоров. Я не могу, конечно, сказать, что он наносит урон такой же, как Ронин. Но психует он жестко. Вот и все. Так, ребят, переходим на третий. Это какой третий? Четвертый уже. Ох, ядрен матрен. Ядрен матрен. Да-да-да-да-да, именно некро меня. Что-то здесь как-то. Блин, даже не... я даже не знаю. Старая карга это некро, блин. С своими колобками, сам понимаешь, в общем. Не все так просто. Единственное, что да, ее может очень хорошо бомбить ползун. Но должно быть открытое пространство, чтобы она вышла и. Дай. Блин! А, не, нормально. Ать, хорошо. Вот на это был, ребята, расчет. Давай, 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 иди сюда. Так, и пора бы вызывать, наверное, нам богиню солнца. Так, а здесь... О! И колобки не помогли.
На. Сейчас будет весело. Давай, давай, богиня, богиня, всех прям прожаривай. Всех до хрустящей там корочки. Ты одна у меня шелестнулась последняя, не? Ай, как она хорошо жарит-то, посмотри. Героическая мощь. Еще бы не героическая мощь была бы здесь. Здесь супер турбо убер героическая мощь. Прям великолепнейшая моща. Моща. Е. Да, богиня солнца, конечно, вот то, что она жарит этим лучом, и все, кто там проходит через него, получает колоссальный, колоссальный постепенный урон. Ну, здесь я уже, наверное, возьму наш супер-пупер отряд. Потому что старый дед, старый воин, шуток не понимает. Он начнет психовать, лютовать, поэтому его нужно будет очень быстро вырубать. Ну что, начнем потихоньку. Блин, ты-то еще что летишь? Ну, Ронин, ну ядрен, матрен, ну... Есть. Так. Я вообще-то немножко на другое рассчитывал. Колобки сдохнут в кислоте. Ну... Ну вот этого вот только вот не надо мне, пожалуйста, здесь. Давай, 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 давай. Чикс. Ну, ядрен мой, вышел. А я все потратил. А он вышел. И прыгун сегодня у меня что-то не в духе. Прыгнул без какой-то ульты, без всего. Смотри, как они заплевывают. Да в плане, ты, блин. Почему-то чумнуха, блин. Две чумнухи не справились с одной чумнухой. Да с какого перепуга-то? Так, ребят, забираем сундук. Нежити. Так, ну это все у нас прокачано. Так, если не ошибаюсь, это у нас последняя территория. Долина подданных. Так, мелкий рыцарь. Крестьяшка. И плюс паладин. Ну, против крестяшки, понятно, нужно будет сразу уставлять. Спел? Спел. Да, ну, чё ты... Блин, так фига ли? Фига он там? Ну-ка, корни, быстро. Совсем, смотрю, потерял нюх. На кого бычит-то? На папу, ё-моё. Совсем оборзел. Так, давай еще одного таракуша позовем. Готов. Ну, тут уже все, уж извините. Тут ему никак уже не победить. Такая армия. Столько танков плюс сзади ниндзя прикрывают. Конечно же, тут без вариантов. Готов. Готов, аглоед. Ну, а мы продвигаемся дальше. Так, второй этап. Да, я оставляю, наверное, этот отряд пока. Ну что, опять со своих крестьянов начнет, наверное. Я тогда вызываю Таракошу. Таракотового бойца нашего. Пускай он там идет. Вот интересно, кто сильнее, Таракот? Ну, блин, тут-то понятно. Тут немножко несправедливо. Не дали мне, короче, сравнить, кто из них сильнее. Таракоша или паладин. Так. Эту копеечку снесли.
Да, круто. Один за другим только отдупляются. Можно, в принципе, корень позвать в помощь. В корнях они очень медленно двигаются. Ну и плюс еще, ко всему прочему, они получают постепенный урон. Вот и все. Так, ребят, третий этапчик у нас. Третий этапчик, тут у нас энергия кончилась, к сожалению. Ну, в принципе, вот этот отряд может отыграть. Че я, крестьяшек, что ли, фехтовальщиком не смогу сдержать? Смогу, конечно. Причем на изи. Наверное. Да не, почему, наверное, на изи? Дай ему только психануть. Ну, тут понятно тут. Тут поэтому джиггернаут понадобится нам. И в придачу ко всему баллисты. Что-то как-то... На-ка всех, всех с копом. Так, еще один паладин выскочил. Еще... О, тут еще и грифон. Ну, грифон, а сейчас баллиста, ребят. Для этих дел нам и нужна баллиста. Так, разобрались. С одним паладином разобрались, он второго вызывает сразу же, причем. Давай. Опа. И все. Причем клетка, она куда? Куда она вообще попала? Она все равно не двигались. Хотя клетка вроде бы стояла. Непонятно, как она сработала здесь, вот именно в этом матче. Ничего менять абсолютно не буду. Меня и так устраивает. Тишь да благодать. Я вот не могу понять, что это за статуэтки стоят. Что они там держат в руках? Метлы, что ли? Или что? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки. Так, крестьянин совсем, смотрю, приборзел. Ауч. Попал? Или не... Слушай, а выжил? Моя баллиста выжила, я думал, что он ее уничтожил. Нет, ничего подобного. Ничего под... О, ураганчик еще. Давай, давай, Джаггер, выходи. Выползай, влетай, вынюхивайся. Грифу позвал. Чикс. Ну, я думаю, что все, тут песенка спета. Вражеская песенка спета. Да. Джиггернауты подоспели и все там развратили. Осиное гнездо, как говорится, чертовой бабушки. И последний этап здесь. А давай попробуем без супер-убер-отряда нашего выиграть. Тут будет пастырь-епископ. Попробуем за него. Такс, я вот думаю начать с джаггернаута. И надо накопить по возможности на жнеца. Зачем, я думаю, ты и так поймешь, да? Жнец, армия скелетов, все, что нужно. Так, ну-ка. Клетка, это, конечно, все хорошо, но... Давай, 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 плоди армию. Я не вижу, он делает армию или не делает. Вроде делает кого-то, но там, по-моему... Быстро наших уничтожают. Ихний епископ, ребята, сдулся. Как шелковый. Ну вот и все. Вот и все. На. Тотальное уничтожение вражеского замка. Это было красиво.
Ну что, забираем нашу награду и переходим в следующий портал, друзья мои. Ай, красиво. Робот с ракетой. Так, лорд пустоты и башня рощи. 211-й портал. Ну что, у нас тут нефритовая долина. Дальше идет завод, фабрика роботов. Долина подданных. Территория нежити и территория захватчиков. То есть все разносолы идут. Абсолютно все, ни одной повторюшки. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Ронин. Успеем ли мы? Хотя здесь... Давай. Бумс. Сейчас выбежит. Соответственно, конечно же... Оу. Да какого, блин? Ауч, не хватило, ребята. Так, мне нужен, ребята, враг. Чтобы он... Блин. Так, он успел, да? Он хиляет. Такой хоп, сразу же штраф сняли. Сразу же штраф сняли, как мы столько с тобой замок захиляли. Все. Все, ребятушки. Да, ну начало, конечно, было жестковатым. Опять этот Ронин. Кульвонин. Раздражает он. Давай, выпустим его первым. Блин! Ну что ты хайкаешь, ты идешь, хайкает он мне. Надо было, блин, взять и этого вызывать лучше. О! Серьезная заявочка, ребята. Это серьезная заявочка. Ну что ты хочешь, Терракоша, он и в Африке Терракоша, блин. Вырубил, да, моего паладина с удара. Но там, в принципе, хп у него было мало, поэтому он его... Разбомбашил, так скажем. Какое там сопротивление? А, ну правильно, он когда в камень становится, у него же сопротивление, да. Все, 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 до свидания. Нормально. Так, третий этап. Ядрен матрен. А тут тигр. Не успеешь, гад. Захотел чего. На всякий случай вызовем его. Пускай он идет пока. Обмен, так сказать, любезностями, да, у них произошел. Ну
Нет! Вызвал, блин, на свою голову. Он его взял и уничтожил, ребят. Обидно-то как, а? В общем, одним словом, здесь нужно вызывать как можно больше всадников на журавле. За ними, как говорится, тут сила будет. Давай. Я думаю, этого более чем достаточно. У него нету этих воздушников, поэтому всадники на журавле просто на изи раскромсали. Круто. Такс, еще этапчик. Ох, Вуджен, ребята, Вуджен. Ай-яй-яй. Ладно. Я просто не помню, как он сейчас будет поступать. Угу. Значит, не Ронин у него, да, первым выходит. Блин, Вуджена только, блин, мне тут не хватало. Ауч. Давай. Есть, красавчик. Красавчик. Да вали ты этого страуса, блин. Вот допекет просто. Вот, ребят, допекет, ей-богу тебе говорю. Давай в кислоте там, отдуплись. Вуджен, никчемный. Я. Фух. Солидно. Ну что, последний этап. Кто у них тут, блин? Бог ветра. Вот здесь, по-моему, он как раз начинает, ребята, с Ронина. То есть он выпускать будет Ронина. Да. Успел все-таки, ребята, успел. Так, ну этого Ронина сейчас шваркнем. Ведьму надо. По большому счету, нужно ведьму нам. Ведьма готова. Бежит, родной Маронин. И отсюда хык-хыкает он мне там. Вообще топово. Даже ведьма не понадобилась, хотя она там он шла уже на подходе. Вообще козырно расписали. Ну давай сюда награды-то. Все это у нас есть, все это у нас прокачано. Такс. Сейчас посмотрим. Это у нас, ребят, территория роботов. Поехали. Территория роботов. Подожди, он сейчас что-то... Подожди, а кто у него там? Джиггернаут? Что-то я как-то просмотрел, кто у него здесь. Да, у него тут Джиггернаут. И боксер, репульсор. Так. Готов. Хлопец. Давай клетку. Опа. И все. И сразу приструнились, ребятушки. Сразу же приструнились. Как только в клетку попали. И выиграли еще. Нормально. Такс, второй этап. Второй этап. У нас энергия здесь еще есть. О, толкатель. Толкатель, значит, да? Ну что, против толкателя у нас хорош будет всадник на журавле. Ну и паладин как сдерживающий фактор. По идее. Блин, вот он явился, не запылился. Блин, слишком близко.
Ага. Голубчик, получил свое. Будешь знать наших. А как-то, как это они прошли через него, я что-то не понял. Ой, хлопнул. Лопнул шарик. Нормально, всаднички на журавле не дают спуску. Ты заколебал, а? Давай, всадники. Причем такие бабки еще сидят на этих журавлях. Старые журавлихи. Вот им, наверное, прикольно там наверху стоять, сидеть на журавлях на этих, да? Руководить ими. Ну все, тут однозначно победа, ребят. Тут к бабке не ходи, как говорится. К бабке на журавле не ходи. Как победа за нами. Так, третий этап. Так, это не то. Что, получается, только лишь вот этот топовый отряд остался у нас с двумя энергиями, и все, больше ничего нету. Ну давай. Что, с Ронина начнем или как? Или с мага воина? Давай, наверное, с Ронина. Понятно. Я надеялся на его бег. О, тут так понятно, его сейчас раскочепарит в момент ока. Что, еще и вылетает, что ли? В плане, это что такое сейчас было? Я никуда, ребят, не нажимал, если честно. Ну тебя-то тут, блин, не хватало, пердун. Вылез. Ты запарил, а? Скол перепуга на паузу нажалась. Без моего ведома. Есть. Так, друзья, давайте следующий этап. Подожди, а вдруг где-нибудь энергия откопилась? Нету. Нету. Я думал, может быть, накопилось бы, нам бы хватило бы пройти эту территорию. Фабрика. Фабрика роботов. Разрушенный мост. Такой, видишь, через кислоту. Давай, давай, Ронин, молодец, красавчик. Опа! Нормально он вырубил. Вообще шикардос. Он этого прыгуна вырубил просто с одной плюхи, ребят. Просто с одной плюхи. Вообще изи катка. Изи, ребят, ну по-другому не скажешь. Мне понравилось. Мне понравилось, как мы сегодня поиграли. Так, энергии, к сожалению, больше нету. А, нет, вру. Вру, ребята, есть. Но дело в том, что здесь у нас... А, ну с этим можно еще, в принципе, подраться. Если бы здесь был бы робот, бы этот термин 9000, тогда нет. Вряд ли бы мы смогли здесь победить. А этого, ну, можно постараться. Я не говорю, что победим, но постараться можно. Так, поехали. И ниндзю на прикрытие. Угу. Так, сейчас я попробую призвать богиню солнца. Она здесь уж точно лишней не будет. Блин, этот-то еще откуда взялся? Засранец мелкий, тебе не толкай. Ну, толкунчик этот. Ураганчиком хлоп их к стеночке. Че, ядерный робот даже не появится, что ли? Нет, появился, ребят. Но он не успеет. Все. Он не успел, даже двинуться, мы замок разнесли.
Красотища, красота. Давай сюда сундук. Это все есть. Долина поданных, друзья мои, собственной персоны. Блин, а энергии нету. Ну что, друзья, тогда на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.